клетке беспорядок, даже, знаете, вот мне страшно показывать, потому что еще там нет уборки. Потому что 4 котенка в клетке, конечно, они такой шорох наводят сразу моментально. Такая реакция у нас на маму. Скажи, мама пришла, значит, надо кричать и просить еды, что есть мочи. Хотя сухой корм у них есть, причем он у них очень хороший корм. У них там Хиллс. Но нам надо влажный. Влажный. Вот тоже вчера я купила. Вчера, по-моему, я ездила в город. Проплан для котят им взяла. Со скидкой. Это Мир Pet Shop. Мир 98. Если вдруг кто-то может вот этой вот малышне вот такие вот корма подарить, мы были бы очень рады вам. Даже если вы там 1-2 баночки купите в магазине и оставите для нас, я смогу сама подъехать и как, ну, будет удобно мне забрать.